конечно, цифровые технологии – это один из самых современных трендов, без которых невозможно обойтись ни в быту, ни в работе. И Вологодская область на своем стенде также представляет нашу IT-отрасль и проекты, которые реализованы как бизнесом Вологодской области, так и с помощью правительства Вологодской области или с использованием различных федеральных грантов. До проведения технологических операций полностью повторяем процесс для того, чтобы человек запоминал именно последовательность действий, чтобы все было отточено. Для того, чтобы нашим посетителям было интересно, мы представляем все-таки проекты, которые направлены на людей. И один из таких проектов – это цифровой гражданин Вологодской области. Он начал у нас действовать еще с 2014 года. И суть его в том, что по всей области, в основном в сельских районах, мы открыли центры общественного доступа. На их базе проводится обучение людей компьютерной грамотности, умением пользоваться различными сайтами, порталом госуслуг, обычными самыми бытовыми возможностями, купить билет на поезд, на самолет, что-то приобрести в интернет-магазине. Обязательно рассказываем о безопасном поведении в сети интернет.